Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и у нас на канале очередная новость. Ссылочку, кстати, на товар вы можете найти в описании к видео, так что переходите, покупайте. Итак, BlackWave E7 поддерживает управление без прикосновений к экранам. Компания BlackWave сняла видео об интересных особенностях недавно анонсированного смартфона E7. Данным аппаратом можно управлять, не касаясь экрана. Смартфон поддерживает управление жестами. Кроме того, это первый смартфон производителя с тонкими боковыми рамками, благодаря чему 74% всей передней стороны занимает 5,5-дюймовый HD-дисплей, прикрытый 2,5D стеклом. На задней панели, прикрытый устойчивой к царапинам резиновой краской, расположился сканер отпечатка пальцев, который срабатывает под любым углом всего за 0,1 секунды. Сейчас BlackWave E7 доступен по цене в $80. BlackWave E7 поддерживает функцию включения двойным тапом по экрану. После этого его можно разблокировать, проведя рукой над дисплеем. Таким же образом можно перемещаться по рабочим столам. Данная возможность будет особо полезной, когда руки чем-то испачканы или просто мокрые, или заняты чем-то. В случае необходимости на главном экране работает функция приближения по двойному тапу, что позволяет попасть по нужной иконке на ходу или в автомобиле. Также в BlackWave E7 можно настроить запуск различных функций и приложений с вайпом по выключенному экрану. На видео была продемонстрирована моментальная разблокировка с помощью сканера отпечатка пальцев. Технические характеристики BlackWave E7 такие: 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full, то есть HD, простите. Четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, поддержка микро-сим-карты до 64 ГБ, 8-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная фронтальная камера, 2 слота для сим-карт с поддержкой 4G LTE, сканер отпечатка пальцев, аккумулятор емкостью 2700 мА, Android 6.0 Marshmallow. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.